поздравляю дорогого маэстро, с которым мы неоднократно встречались на сцене, и не только на сцене. Каждый раз, когда я приезжаю в Нижний, это особое удовольствие со-музицирования на сцене. Сколько мы переиграли программ с моим любимым Нижегородским оркестром. Этот человек, который интеллигент в самом высшем проявлении этого слова, который передает великие дирижерские традиции многим поколениям, преподает, конечно же, и, конечно, вот этот музыкант, вот эта музыкальная импровизация, которая царит у нас на сцене, да, мы репетируем, мы переиграли огромное количество концертов разных эпох абсолютно. Всегда это момент эпатажа в хорошем смысле слова, непредсказуемости и вот той сиюминутности, ради которой мы выходим на сцену. Я желаю вам здоровья, жду не дождусь нашей ближайшей встречи со вторым концертом Брамса. Каждый раз это новый концерт, это наш закон. И эта импровизационность передается всем музыкантам Нижегородского оркестра. Я поздравляю вас, дорогой, здоровья и побольше нам с вами встречаться больше, чем один раз в сезон. Вас Денис Манцуев. С юбилеем!